Ликуют 4500 орских болельщиков. Любимая команда в напряженной борьбе побеждает мощных соперников, дублеров одного из лидеров отечественного хоккея питерского СКА. Уступая 2-3 в серии, арчане дома не имели права на ошибку. В середине обоюдно осторожного стартового периода Сергей Купцов поднял на ноги полные трибуны Юбилейного своим первым голом в сезоне. Он подправил бросок Дениса Мингалеева. Гости отыгрались лишь во второй 20-минутке в похожей ситуации, изменив полет шайбы. А в третьем периоде слово взял Михаил Грасс, оформивший дубль. В первом случае, после чуда передачи дебютировавшего в плей-офф Александра Тимченко, он могучим щелчком оставил неудел голкипера «Невчан». А на последней минуте матча поразил пустые ворота. 3-1. При такой поддержке болельщиков мы не могли не выиграть сегодня. Поэтому идем на 7-ю игру, как говорится. Она... У многих ее не было никогда в карьере, и не может и не быть. А нам посчастливилось сыграть 7-ю игру и с таким хорошим соперником. Поэтому приложим все силы, чтобы вырвать эту серию и благополучно идти дальше к своим целям. Свежая кровь будет или победный состав не меняют? Ну, я у доктора спрошу, у него есть плазма, там свежая кровь есть, он вольет там. В серии третий раз равенство, и интрига держится до последнего 7-го матча, который состоится 7 марта в Санкт-Петербурге. Анатолий Юденич, Егор Катаев, новости дня.